Для приветственного слова на сцену приглашается директор института имени Юнуса Эмре Мехмет Улькер. Saygıdeğer katılımcılar, hoş geldiniz. Добро пожаловать. Moskova Yunus Emre Türk Kültür Merkezi, Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasında 3 Aralık 2012'de imzalanan ve bir anlaşmayla 2018 yılından beri faaliyetlerini devam eden bir kurumdur. Турецкий культурный центр имени Юнуса Эмре в Москве – учреждение, открытое в Москве в 2018 году и продолжающее работать на основе соглашения, подписанного между турецким правительством и правительством РФ 3 декабря 2012 года. Юнус Эмре – Türk Kültür Merkezimizin temel görevi, halkların birbirlerini insani ve kültürel değerleriyle daha iyi tanımasına, aralarındaki geleneksel bağların korunmasına, zenginleştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik karşılıklı ilgiyi arttırmaktır. Bu anlamda enstitümüz birçok çalışma yapmaktadır. Основными целями центра является повышение взаимного интереса к популяризации общечеловеческих и культурных ценностей народов Турецкой Республики и Российской Федерации, а также защита, обогащение и развитие традиционных ценностей международными. В этой связи проводится работа по нескольким направлениям. Bugün bizleri bir araya getiren Nazım, bu anlamda yaptığımız etkinliklere bir örnek olarak verilebilir. Nazım, dünyaya mal olmuş, Türk ve Rus toplumunun ortak değeridir. Nazım, Türk ve Rus toplumunun temsilcileri, Nazım'ı seven Türk ve Rus toplumundaki katılımcılar ve katılımcılar ile ve ortak bir etkinlikle burada anmaktan mutluluk duyuyoruz. В пример можно привести мероприятие, посвященное Назыму Хикмету, который сегодня стал связующим звеном для всех нас. Назым Хикмет является общей ценностью турецкого и российского общества. Мы рады сегодня почтить память великого поэта в Москве с участием турецких и российских граждан вместе с поклонниками творчества Назыма Хикмета. Sizler için Nazım'ın hayatında kesitlerin yer aldığı video gösterisi, Nazım'ın şiirlerinden söz olmuş, şarkı olmuş eserler ile Türkiye'den ve Rusya'dan esintilerin yer aldığı güzel bir program hazırlamaya çalıştık. Umarım ki seversiniz. Сегодня мы постарались организовать памятное мероприятие, где будет показан фильм, включающий отрывки из жизни Назыма. Прозвучат его стихотворения и будут исполнены песни на его произведения. Надеемся, что вам понравится. Saygıdeğer katılımcılar. Bu anlamda destekleriyle her an yanımızda olan müsaadeleriyle Türkiye Cumhuriyeti Moskova Büyükelçimiz Sayın Mehmet Samsar Bey'e, saygıdeğer Savaşçı'na, saygıdeğer Vahidov'a, saygıdeğer Stepanç'ına, saygıdeğer Sürdin'e, bu güzellikleri ortaya çıkaranlara ve bizleri yalnız bırakmayan sizlere ve medya temsilcilerine teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Saygılarımla. Я хотел бы выразить благодарность прежде всего уважаемому послу Турецкой Республики в Москве господину Мехмету Самсару за его постоянную поддержку, министру культуры Москвы Михаилу Валерьевичу Кочерга, уважаемому Али Галип Сабаширу, уважаемому Тимуру Вадимовичу Вахитову, достопочтенному Сергею Вадимовичу Степашину, уважаемой Галине Вячеславовне Судьиной, а также всем тем, кто способствовал реализации этого прекрасного мероприятия. Я также хотел бы поблагодарить вас, гостей и представителей СМИ.